time. Скажите, пожалуйста, комментарий по поводу качества трансляции. Первый тайм, который мы видели. Подача без визу Филиппина там добрался, но Владимир Филин добрался до мяча. Замена в составе работы Шор. Освежает головой тренер. Не полетает.
Дальше идет нападающий. Ходишь в штрафную, и главой не успел. Максим, это был вышел на замену. Далее штамп мяч, справляется. Отбор за футболистами Шора. Второй мяч в ворота команды «Металлург» забил Максим Самошин, номер 18, команда «СШОР-8». Счет стал 3-2. Впереди «Металлурги». Слава доходит между Тарасом и один совершенно Иван бьет в ворот. Самошин уже в штрафной. Расстрел низом. Отдали штанги один Куташов. Прощаются с нашей командой. Вновь атака с Шора. Летает Иван Тарасов. Скоро нападающий. Могут укалить сейчас у нас страсти. В первом тайме
одна желтая карточка была. Штраф Никита я уже получил. Счет 3-2 в пользу Металлурга. После первого тайма счет 3-1. В начале второй половины встречи он прошел за стену. Давай, 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 давай! Здорово, ручно играет в отборе. Сам даже мяч Никита входит в штрафной прострел. Мяч забил Никита Ручнов, номер 4, команда «Металлург». Счет стал 4-2. Жень, ты играешь в 60-х годов. Ну как повезло, здорово Ручнов сыграл. На левом фланге отобрал мяч, сам протащил, прострелил. Если бы не защитник, то Ревизов готов был забивать. Но не дал защитник Вячеславу оформить трик. И все сам забил свои ворота. Все становится 4-2 в пользу нашей команды. На ближнюю штангу и быстро подал мяч нападающий, не было никаких наши защитники. Еще чуть-чуть не был головой. Близко гостей. Здорово сыграл Вячеслав Баранов. Приносит результат. В первой встрече он работал в пенальти. Не знаю, на кого сейчас запишут гол. В первой встрече еще и забил гол Никита. Не знаю, на кого сейчас запишут гол. Все-таки, мне кажется, защитника Шора. Но отметим активные действия Никиты. Легенда нашего клуба появился Алексей Косоногов. Требует обещания нашей команды. Дальний удар, Баранов. Хочется, чтобы Ремезов повторил хитрик. Или Иван Тарасов забил гол. Справился за нереализованный пенальти, повторение за мячом, на углу штрафной, Паулин идет в обгон, двоих обыгрывает, прокидывает мяч, но слишком сильно. И Андрей Владимирович на
должны переполнить к себе, готовиться к замену. Также скажу, что на скамейке сегодня у нас вратарь Панов Александр и пулевые игроки Абдека Егор, Сорок Александр, Илья Исаев, Михаил Балантаев, Данила Каратунов и Яшин Алексей. Тарасова. Дальний удар. Стор, к сожалению, не попал. И видит Ремезова, получает мяч Вячеслав, есть у него пространство, входит в штрафную, обыгрывает защитника, и бить уже поворотом, удар Ремезова. Стоял защитник на ногах, дал защититься Ремезова, к сожалению. Пишите побольше комментариев, такой интерактив всегда здорово, интересно. Все обязательно ответим. Вот двойная замена в составе нашей команды. Гришин Егор покидает поле. Я вот на дальней бровке, к сожалению, не вижу, кого заменили. Это Фимин. Грибков меняет Гришин, это замена по позиции. Это Фимин. А и заменили Владимира Фимина. Здорово свой сыграл Фимин, отличился забитым голом в первом тайме. Идет 18-я минута второго тайма. Счет 4-2 в пользу Ремезова. В составе нашей команды отличился Вячеслав Ремезов дважды. Владимир Фимин только что замененный. Внимание! В составе команды «Металлург» две замены. Вместо Владимира Фимина, номер 11, и Егора Гришина, номер 17, на поле вышли Даниил Бирюков, номер 19, и Александр Залетин, номер 9. Мяч забил Вячеслав Ремезов, сделал хет-трик в сегодняшнем матче. Блок сбивает Ремезов, просто великолепная атака. Порядка 20-15 передач такого исполнила наша команда, здорово залетом вошел в игру. Отличная подача от Паульни, скидка из Гизова, и Ремезов платил между головой ворота. Не было никаких шансов. Предсказывал я сегодня хитрик Ремезова. Как и произошло, но Вячеслав не останавливается. А он сам придет. Пятый гол сегодня принимает. Счет 5-2 впереди «Металлург». Заказывали тут гол в комментариях, как он случился. Пока дальний удар по нашему, номер победит Дмитрий в поле.
пишите в комментариях, чей гол еще вы ждете. Возможно, Павел Безгизов. Лучший бомбардир нашей команды. Внимание! В составе команды «Металлург» произошла замена. Вместо Никиты Ручного, номер 4, играет Михаил Калантаев, номер 22. Внимание болельщикам! Следующий матч команды «Металлург» домашний проведет на стадионе «Металлург» 29 мая и будет принимать команду «Спартак Богородск». Начало в 17:00.
гриппом отметился Вячеслав Ремезов. Так что был забил Владимир Фимин. И еще один мяч отпустил Роман Шорох после средства собственной защиты. Подача, Грюков один принимает мяч. Дальше передача на Тарасова, скидка чуть назад. Вновь шикарная атака. Команда получилась. Оба улица, Олегин, створ не попал. Пошел Шор, Ньюзен, выходит из-под прессинга. Численное большинство у них есть в атаке. Удачи, Талья фламингоходит, можно бить, но положение. Недовольны, конечно, их количество гостей. Я у вас двойная замена, помимо Каратынова, еще и Алексей Яшин. Меняет Вячеслава Ремезова. Поздравляю его с хит-триком. Свое дело он сделал отлично сегодня. Еще и заработали пенальти у Вячеслава. И также Александр Куташов находится в поле. Является Даниил Храбрин. Саня, брат, лучше! Хватает Иванова, Грибков сам же на подборе, передача чуть назад. Ну, Яшин бьет воротом, и нет положения в ней. Мог заливать первым со своим касанием Алексей Яшин. Он попал в защитника. Просто россыпь момент сегодня Металлурга. Скидывает Калантаев, чуть-чуть забылся, и не добрался до мяча. Счет 5-2. Внимание! В составе команды СШОР 8 произошла замена. Вместо Дениса Никонорова, номер 14, в игру вступил Роман Айсин, номер 88. Спрашивают, кто забил в составе СШОР.
сказать я не могу. Но там Тарас идет по нему, попадает. Насколько я помню, точно отличился с помощников Максим. Второго автора гола назвать, к сожалению, не могу. Иван Тарасов входит в поле нашей команды. В команде «Металлург» очередная замена. Вместо Ивана Тарасова, номер 10, играет Егор Авдеков, номер 18. И замена вратаря вместо Вячеслава Баранова, номер 1. На поле вышел Александр Уханов, номер 97. Отставить. Замена вратаря произошла в команде «Сэшор-8». Вместо Ивана Волкова, номер 16, играет Иван Висков, номер 22. В команде «СШОР-8» произошла замена. Вместо Никиты Левицкоса, номер 7. На поле вышел Артем Плотников, номер 12. Каждой паузе команды переводит перестановки.
Аксенов Александр. Оля и меня, Дмитрия Баулина. Аксен, давай, лучше! Команде «Металлург» замена. Вместо Дмитрия Баулина, номер 23, играет Александр Аксенов, номер 20. На дальний удар поворотом, где снизу мог отличиться сейчас. Совершенно один выпрыгивал. Место было рядом со станцией. Вновь активно действовал. 15-й номер Шора. Шабарин Артем. Первый тайм не замечал такой прыть от него. Сейчас уже второй раз он прокидывает. Но склон уходит. Thank you.
ошибается футболист Шорн, тут же и Рыков ошибается. И наказывает его судья за это желтой карточкой. Счет 5-2. Не самая обязательная желтая карточка. Пожалуй, результат уже дьявола. Отдача в штрафную. Сыграл Егор мяч. Судью намыло. Очень активно действует. Практически с 30 метров половой прошел поворот. Подходит к концу у нас второй тайм. Счет 5-2. Что силов немного у Дениса, и решил он баун поставить мяч. Нарушение правил. Пробег по ногам 23-му номеру Москву Михаилу. Еще один штрафной у наших ворот. Последние минуты основного времени. Очень много баллов связанных с заменами было, но не думаю, что добавлять. И атака на Калуга. Исаева. Еще силы у наших футболистов. Бегут они в прессинг. Thank you.
что Михаил Рытов сегодня вообще практически не ходит в стандарт, остается на своих воротах. Возможно, это было личное решение, установка тренера. Вот я помню, что в прошлом сезоне Денис Исаев отличился в матче с Шором. И тут он бьет поворотом со штрафного. На этот раз выше. В прошлом году примерно с этой же позиции удалось Денису добить. На этот раз на четвертый попал защитник. Ну все, звучит финальный свисток.